я был на Занзибаре в Африке, и там вторая по популярности профессия — это продажа говна. И там вот насколько всем плевать. Там подходил чувак вот так с розовым сундучком каким-то, у него такой розовый, так, видимо, у старшей сестры забрал розовый портфель, и он так подходил, такой: чувак, мне много говна разных, хочешь много? И он так открывал вот так рюкзак, и там просто какие-то тряпки, что-то в них завернуто, и он такой: бля, это вообще супер, будешь ты брать. И я стою, а рядом мент вот так стоит, на нас смотрит. И мент поворачивается ко мне, что-то говорит на местном, ну, на суахили. И что-то вроде типа: тебе не очень нравится, да? Я говорю, типа, махаю ему, говорю, типа, мне не надо, говорю. И он этому чуваку говорит: иди отсюда, иди. И он такой: чё? Он говорит: иди отсюда. Он такой: я работаю. И это каждый раз, каждый второй там подходил так. И в какой-то момент я уже устал говорить: я не курю, я не употребляю, мне не надо, я алкоголик, мне ничего не надо. В какой-то момент мне пришло, я нашел схему, после которой они сразу отстают. А что они не отстают? Они такие: бери, бери, чувак. Ты когда спрашиваешь у него, они говорят: ты будешь... говно. Они говорят: будешь... говно. Я говорю: нет. Он говорит: почему? Я говорю: ну, я буду пиво. Он такой: ну и чё? И в какой-то момент я начал говорить, что я не буду, потому что я только что вышел из реабилитационного центра и приехал сюда на реабилитацию от говна. И только в этот момент они такие: а, сори, сори, окей, мы понимаем, такое дерьмо.